Всем привет! Сегодня будет обзор зубной щетки Philips Sonicare с двумя сменными насадками. Так она выглядит. И мое сравнение с моей зубной щеткой Braun Oral-B. Щетками Braun я пользуюсь около 8 лет. И расскажу мой честный отзыв. И после этого расскажу, как вы можете эту зубную щетку получить в подарок. Обожаю делать распаковку. Так выглядит коробка, бренд номер один, две сменные щетки. Стильный эргономичный чехол синего цвета. В нем провод USB для подзарядки, можно использовать компьютер. Так выглядит сама щетка. Удобная ручка, чуть больше, чем Oral-B, потом вам покажу. В принципе, стильненькая. Угу. Легко надевается насадка. Насадка идет еще с колпачком. Удобно ставится на плоскость, на поверхность. Ну, так же, в принципе, как у Oral-B. Преимущество, конечно, это колпачок. Я не знаю, не помню, в Oral-B, наверное, потеряла, но у меня его нет. Удобненько, это плюс. Давайте проверим, как она работает. Включаю. Угу. Ультразвук прям идет. Две щетки. Одна для очистки труднодоступных мест, вторая для полировки эмали. Щетку можно оставлять на поверхности ванной комнаты и также хранить в удобном чехле. Можно заряжать при помощи USB и от обычной розетки. Главное отличие от щетки Oral-B, ну это, во-первых, сама форма. Она отличается по размеру, но главное это механическая чистка и ультразвуковая. Это совершенно разная чистка. Сегодня я впервые попробовала ультразвуковую чистку и скажу, что это новое поколение щеток. Это, знаете, как первая версия iPhone и iPhone 10. Вот для меня такое ощущение, намного круче полирует эмаль, намного круче вычищает, чем Oral-B. Вообще, я пищу от этой щетки. Я зашла на официальный сайт компании Philips, посмотрела именно эту модель щетки. Она стоит 4999 рублей и идет со скидкой 10%. Представляет прогрессивную технологию Sonicare с очищающим ирригационным эффектом. Динамичные движения щетинок тщательно удаляют налет из межзубных промежутков. Если я раньше думала, что у меня есть электрическая щетка Oral-B, которой я пользуюсь на протяжении, наверное, 8 или 9 лет, я уже привыкла, и меня уже ничему не удивишь, но я привыкла, потому что я уже не пользуюсь обычными щетками. Но когда я получила вот эту щетку, я реально была удивлена, и есть реальное сравнение. В комплект входит две сменные насадки, и когда я попробовала первую насадку, она идет для полировки, для очистки зубов, удаления налета с эмали, и я была в шоке. Это другой эффект. Она реально намного круче, чем моя щетка Braun Oral-B. И я очень рада, что у меня она есть. Это просто круто. И если я когда-то думала, ну не знаю, щеточка мне точно не нужна. Ребята, эта щетка нужна каждому. Сейчас я о ней подробно расскажу. Мощные звуковые вибрации позволяют сбивать зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках вдоль линии десен. В то же самое время совершает 31 тысячу бережных, но эффективных колебательных движений. Количество движений, совершаемое зубной щеткой за 2 минуты, в среднем равносильно месяцу чистки зубов обычными щетками. Представляете? А здесь у меня была проблема с зубами, и я прошла очень много клиник, стоматологов, это мои друзья, и хочу сказать, что лечение зубов стоит очень-очень дорого. И когда я стала пользоваться электрической зубной щеткой, нашими зубными пастами, я снизила количество посещений к стоматологу, это однозначно, но и потом мне нужно было восстанавливать свои зубы, и поверьте, это стоит очень дорого. Поэтому я призываю лучше правильно сейчас чистить зубы хорошей зубной щеткой, нежели потом платить бешеные деньги стоматологам.
как ты можешь получить вот такую щетку Philips, бренд номер один в мире, в подарок. Нужно делать суммарно 500 спонсорских баллов. Акция действует на два каталога, на 8 и 9. До 11 июля нужно пригласить новичков, и их баллы будут суммироваться. 500 спонсорских баллов обеспечат тебе вот этот подарок. Но эта щетка стоит 5000 рублей. По сути, один новичок с заказом на 100 бонус-баллов дает вам 1000 рублей. Как вам? А если мы будем рассуждать как лидер? Мы же не делаем с вами одноразовые регистрации на подарки, правда же? А мы поможем пройти им стартовую программу для того, чтобы они получили 15 тысяч рублей подарками. Я как финансист продолжу дальше. А если мы суммируем товарооборот этих людей, 500 бонус-баллов делают 5 новичков. Мы умножаем на 1 ББ с объема продаж, это получается 16 тысяч рублей. И в среднем, давайте предположим так, в среднем, что мы имеем доход 9%. То есть кто-то на уровне директора, кто-то только как новичок стартует. Да, умножаем на 9%. Получаем, что 1440 рублей за один каталог. За один каталог. Эти новички продолжают также на следующий каталог размещать заказы и так далее. Если мы умножим на 17 каталогов в год, эта сумма 24 480 рублей. Да, кто-то из них будет заказ делать на 50 бонус-баллов, кто-то уже на 150, кто-то на 200, кто-то, может быть, уже начнет приглашать новичков. Поэтому мы возьмем доход за год, это 25 тысяч рублей. А вы сами в компанию пришли на один год или больше? Если так, предположим. 5 лет вы работаете со своими новичками, которыми просто общаетесь, рассказываете о вашей любимой продукции, и пусть они будут просто даже клиентами для себя. 25 тысяч рублей в год умножаем на 5 лет, это 125 тысяч. А если вы им дадите это видео или другие, научите их также приглашать людей, что будет дальше? Включи свою суперсилу, ты даже не представляешь, на что способен. Пока-пока.